на одну сторону, одной полосой, потом снимается вторая полоса и заклеивается уже дальше. Таких при работе с такой лентой лучше использовать. Побольше варик. Да. При какой варик? То есть вот в этом месте, где клей с этой ленты прикасается к пленке, вообще невозможно никакая протечка. Причем чем дальше, чем больше времени пройдет, через 3 часа уже будет там в 2 раза больше отделения, дальше это просто входит клей в саму пленку и становится монолитным. Попробуйте снять и раскинуть эту пленку вот на вот эти две поверхности. Ну давайте ладно, первый этап, когда снимается защитный лайнер. И дальше просто вот так вот натягиваешь и приклеиваешь. Да, она такая. Вторая это вам. Ее нужно наклеивать растягиваемо, когда у нее отделие значительно выше, нежели если ее просто так приклеивать. Ее нужно не натянуть и клеить одновременно.